С наступлением холодного времени года возрастает риск заболевания ОРВИ и, в частности, гриппом. Ежегодно осенью в поликлиниках проводится вакцинация населения с целью снизить уровень заболеваемости и избежать эпидемии. Но, несмотря на настоятельные рекомендации медиков, многие люди отказываются от прививок, полагаясь, видимо, на русский авось. Хотя есть и другая категория граждан – это те, кто делает прививки ежегодно, стараясь защитить себя и свою семью от малоприятного и опасного заболевания. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом Роспотребнадзор прогнозирует в этом году на декабрь. Врачи рекомендуют делать прививки всем, особенно людям со слабым здоровьем. Вакцинации необходимо проводить ежегодно, особенно гражданам, часто болеющим ОРВИ, беременным женщинам, с хроническими заболеваниями, вот, для профилактики обострений. Сейчас уже осень, грядет частота ОРВИ повысилась, поэтому обращаемость в поликлинику повысилась, поэтому это необходимо делать. И мы всех приглашаем на вакцинацию. В этом году вакцинация в Ленинском районе началась рано, еще в августе. В Видновскую поликлинику для взрослых привезли более 6 тысяч ампул Гриппола, вакцины, которая из года в год применяется в качестве иммунизации населения. Производится у нас в России, как говорится, под те штаммы гриппа, которые ждут в данном сезоне. Людмила Трошина уже более 15 лет делает прививки от гриппа жителям Видного и уверена, дело это необходимое. У своего ребенка я от гриппа прививала всегда. До сих пор, но у меня уже взрослый, кажется, ребенок. Но я сейчас его прививаю. Сами прививаете? Сама. И мужа. Всю семью я прививаю от гриппа обязательно. Людмила Николаевна и мне ввела вакцину, предупредив, прививка переносится хорошо, хотя есть вероятность недомогания в первые дни. Но в любом случае прививаться следует, будучи здоровым, потому как даже небольшой насморк может стать продолжительным, ведь вакцинация – это своеобразная провокация организма. Кстати, медики уверены, что те, кто прививается, менее подвержены и другим респираторным заболеваниям. А вот сами видновчане к вакцинации против гриппа относятся по-разному. За. Потому что идет эпидемия страшная. Как бы страшно. Хочется привиться. За вакцинацию. Мы проводили каждый раз вакцинацию. То есть по плану все, что есть, мы проводим. И я лично тоже себя прививаю. Нет, я не прививала. Но за. Но за, да. Но я не прививалась. Я не прививаюсь никогда, поэтому я не знаю. Когда работала на местном комбинате, нам там каждый год делали прививки. А вот сейчас... 10 лет я уже не делаю никакой вакцинации. Не знаю. Не болеете? Ну, болечек много, но гриппом не болел, слава богу. Надеяться на поддержку Всевышнего, конечно, можно. И все же до конца вакцинации осталось не так много времени. А поэтому подумайте, может, все же стоит сделать прививку себе и своим близким. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.